Здравствуйте! С вами швейный советник. В этом уроке мы покажем два способа, как можно подшить юбку полусолнца. Перед тем, как обработать низ изделия, его необходимо приутюжить. В данном случае мы подворачиваем на сантиметр. Для того, чтобы нам было легче приутюживать, то, что мы уже приутюжили, можно приколоть булавкой. Также перемещаемся дальше. Фиксируем и продолжаем. Первый способ – ручной потайной шов. Для этого нужно зафиксировать низ изделия вот таким образом. Зафиксировали низ изделия. Нитку закрепляем в ткани. Первый прокол делаем сгиб подгибки. Второй в основную ткань, захватывая одну-две нити. На расстоянии друг от друга 0,7-1 см. Очень важно не натягивать нитки. Они должны лежать свободно, чтобы с лица не было заметно затяжек. Вот так выглядит шов с изнанки. Вот таким образом с лица. Поскольку мы взяли контрастные нитки, и вот эти маленькие проколы, через них мы видим оранжевую нитку. Но если вы возьмете нитку в тон, а еще лучше нить самого изделия, то у вас с лица не будет заметно ничего. Вот ткань, из которой мы шили юбку, мы берем родную нитку и будем ей подшивать изделие и посмотрим, что у нас получится. Теперь мы подшиваем изделие родной ниткой. Также прокалываем насквозь подгибку и захватываем одну-две нити основного изделия. Также не затягиваем. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот, мы ничего не видим. Красота! Сравните то, что мы подшивали оранжевыми нитками и родной ниткой. Здесь мы ничего не видим, а здесь чуть-чуть видны проколы. Зафиксировали низ изделия, и дальше мы будем подшивать на машинке. Начинаем подшивать. Вынимаем булавки.
подшиваем и ориентируемся на лапку. Сгиб идет по лапке. Вот так выглядит подшивка на машинке с лица. Для каких-то изделий это уместно, а какие-то изделия удешевляет. Поэтому лучше подшивать потайным стежком. С вами был швейный советник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Помните, всегда можно сделать проще.